Всероссийский день приема родителей и школьников проводится с 2017 года. По сравнению с прошлыми годами обращений стало больше, но теперь они имеют положительные оттенки. Это связано и с большой работой в сфере дошкольных образовательных учреждений, проведенной за минувшие года. Так в Тамбовской области практически удалось решить проблему очередей в детские сады. В Тамбове на данный момент не хватает порядка 270 мест. Снизит остроту проблемы и тот факт, что 2021 год – год открытия еще двух детских садов в Тамбове и Тамбовском районе. Очень приятно было, что некоторые родители приходили просто поблагодарить. Поблагодарить за открытие дополнительной группы в селе Красненьком, за условия, которые созданы в городских садах города Тамбова. Острый вопрос, на мой взгляд, на сегодня – это вопрос детей с ОВЗ. Мы сейчас, конечно, все нацелены на то, чтобы позаниматься данным вопросом. Кроме того, говорили о медицинском обслуживании. К примеру, о создании медицинского кабинета на базе детского сада «Журавлик» в селе Покрово-Пригородное Тамбовского района. Все просьбы и предложения внимательно выслушали. Ответ каждому пришедшему на прием родителю будет дан в письменной форме. Не позднее, чем через месяц с момента обращения. Единый день приема прошел не только в Тамбове, но и в некоторых других населенных пунктах региона.